darkness is destined to lift in the end. Ровно год назад вышел крайне качественный порт Ninja Gaiden Sigma для PS Vita. Игра была тепло встречена игроками и дала серии новую аудиторию. Неудивительно, что на волне успеха Team Ninja решили портировать и вторую часть. Казалось бы, опыт есть. Ninja Gaiden Sigma 2 вышла на PS3 через год после выхода Ninja Gaiden 2 и главной своей целью ставила исправление и усовершенствование оригинала. В итоге мы получили неплохой, качественный порт с кучей новшеств, увеличенным разрешением, но слегка урезанной сложностью на уровнях ниже Master Ninja и жестокой цензурой. Из игры вырезали всю кровь. Холивары на тему, какая версия лучше, не утихают до сих пор. И тут кого-то в Team Ninja посетила гениальная мысль. Давайте сделаем лучшую версию игры, сочетающую все плюсы предшественниц. В качестве платформы выбрали PS Vita. Какие мысли посещают вашу голову при упоминании NG2? Масштабный, кровавый, хардкорный, быстрый и безумно крутой слэшер, наделавший в свое время много шума. Верно, все так и есть, и версия для PS Vita сохранила большинство этих качеств. Абсурдный в хорошем смысле сюжет заставляет главного героя Рю Хаябусу метаться из одной части земного шара в другую, от Нью-Йорка до Токио в попытках остановить процесс возрождения таинственного и ужасного архидемона. В отличие от Ninja Gaiden 3, игра не пытается показать внутренний мир Рю, он не раскрыт как персонаж. В наследство от Sigma 2 игре достались дополнительные главы за трех грудастых девушек. Игра любезно предоставляет нам пролог в виде очень качественного озвученного комикса, который объясняет, почему Рю отправился в Токио, а его отец находится не в самом лучшем состоянии. Игра не останавливается ни на секунду, становясь все бредовее. Разработчики даже оживили статую свободы. Первое впечатление, вызываемое NGS 2+, крайне неприятно. В начале игры вас забрасывают в самое пекло, сталкиваясь с 10 врагами. Вот тут и раскрывается самая неприятная вещь. FPS при большом скоплении врагов начинает резко падать. Вы как будто играете в режиме замедленной съемки, а на Very Hard и Master Ninja подобная вещь может стоить вам жизни. Если первая часть стабильно выдавала 30-50 FPS, не пересекая запретную черту, то вторая не выдавит и больше 30, которые вы будете видеть только прогуливаясь по локации и в битвах с боссами. Одним из способов повышения FPS является изменение настроек чувствительности на максимум. Я не могу дать этому логического объяснения, но способ работает. Недавнее обновление программного обеспечения сняло часть проблем с FPS. Team Ninja с упорством, достойным лучшего применения, рекламировали возвращение расчлененки, но на деле крови в два раза меньше, чем в оригинале. Не бойтесь, это не значит, что ее мало. Руки, ноги и головы разлетаются во все стороны, а земля орошается литрами крови. Графическая составляющая почти дотягивает до уровня Xbox-версии, но до Sigma 2 все-таки далеко. Значок «Все онлайн-функции выключены» при включении игры как бы намекает, что никакого хардкорного веселья в кругу друзей не будет. Портативность взяла свое, пришлось отказаться от онлайн-кооп-режима, представленного в версии для PS3. Ему на смену пришли два новых режима – Tag Missions и Ninja Race. Первые – те же кооперативные миссии, только вместо друга с вами играет компьютерный болванчик, обделенный интеллектом. Благодаря этому некоторые миссии на Ultimate Ninja практически непроходимы. Второй – забеги на время. Вам нужно пройти все чекпоинты как можно быстрее и уничтожить босса в конце. Время дается за убийство врагов, также можно получить всяческие бонусы вроде увеличения силы или скорости.
Да, новый режим является приятным дополнением, но не заменит полноценный онлайн-режим. Стоит учитывать то, что кооператив Sigma 2 был просто приятным дополнением. Ничего особенного в нем не было. Геймплейная основа претерпела серьезные изменения. Игра стала намного быстрее, динамичнее, дизайн краша. В любом случае, ветераны первой части будут чувствовать себя как дома. Комбинаций стало больше. Появились жестокие добивания врагов, лишившихся конечностей, что сильно разнообразит систему боя. Арсенал оружия расширился, тут вам и коса, и какой-то аналог Добилахра, и так далее. Система нимпа изменилась, теперь вы сами выбираете цель для атаки, а удары по задней панели остались в прошлом. В отличие от первой части, игра заботится о новичках. Первую половину игры вы будете находить кучу свитков, объясняющих самые банальные вещи. Например, чтобы бежать по стене, прыгните в направлении стены. Для смены оружия или применения особых предметов больше не придется лезть в меню. Все решается кнопкой «Вниз». А «Жизнь тысячи богов», предмет, увеличивающий полоску жизни, и вовсе используется автоматически. Стрельба из лука перестала быть геморройной. Прицеливаться надо от третьего лица стиком, причем стрелы бесконечные, а лук сам наводится на цель. Для перехода в режим стрельбы нужно просто нажать на соответствующий значок сенсорного экрана. Сохраняться стало намного проще. Подбегаем к статуе, и происходит автосохранение. Вы заблудились? Не беда. Нажмите правый Shift, и Рю повернется в правильном направлении. Не можете пройти игру даже на Normal? Решаемо. Hero Mode тут как тут. Игры серии Ninja Gaiden почти никогда не позволяли перепройти главу из одиночной кампании на выбор. NGS 2+ стала редким исключением. Пройдя главу, можно начать ее заново, но уже со счетчиком кармы и максимально прокачанным оружием. Рекорды отображаются в специальной секции главного меню. Набор костюмов пополняется новыми, эксклюзивными нарядами для каждого персонажа. Но имеется одна проблемка. Дело в том, что ролики, в отличие от старших версий, не на движке. Следовательно, даже если вы были одеты в костюм, в роликах Рю будет щеголять в черном. Такая проблема была и в первой части. Особо не мешает, если постоянно играть в классическом костюме. Немного о боссах. Они крайне разнообразны, их много, и для каждого придется искать свою тактику. Особенно неприятны они на последних уровнях сложности. Хорошая новость для новичков. Теперь, умерев на битве с боссом, можно начать бой заново, а не бежать от ближайшей точки сохранения. После урезания жизни босса до критической отметки, игра вынуждает сделать эффектное и смачное добивание. Платиновый трофей практически невозможно выбить. Не поймите неправильно, это не вызов, просто разработчики не удостоверились в играбельности некоторых миссий, о чем говорилось выше. Подытожим. Мы получили неплохой порт одной из лучших экшен-игр прошлого десятилетия. Да, не обошлось без минусов, но это все еще Ninja Gaiden 2, и теперь в него можно играть где угодно и когда угодно. Если вы еще не играли в Ninja Gaiden 2 и не имеете возможности сделать это на старших консолях, покупайте, не задумывайтесь. Финальная оценка – 8 из 10. Darkness is destined to lift in the end. I still have much left to do.